Дорогие друзья, здесь, в Соединенных Штатах, я познакомился с народной медициной разных стран. Вот заболел у меня локоть, плечо, так мне очень быстро, вот посмотрите, такую замечательную красненькую веревочку, ниточку сюда вот повязали, сказали, что она прямо вот из Израиля, от стены плача вот привезли ее. И это было в медицинском центре, и когда одна медсестра сказала, и что, говорит, они помогают, то эта женщина ответила, ну, кто верит, тому помогает. Поэтому, когда я лежал в госпитале, и мне вот, можете посмотреть, видите, какой шрам у меня здесь получился, ну, медсестра не совсем квалифицированно работала, то мне посоветовали, что нужно массировать этот шрам. И мало того, очень-очень хорошо, если платочком можно будет его протирать вот каждое утро как следует, да. Причем должен быть белый обязательно, дезинфицированный, не только снаружи, но, как видите, вот, еще и изнутри, вот так вот, очень-очень неплохо, говорят, помогает, и... Да, вот видите, зарастает потихонечку меня. Вот так. Вот так.